начнут атаковать. Тут логика простая. Кравцов закатывается за синюю линию в зону соперника. Перевод через центр. Дико попадает под силовой, но сбивается, играет по шайбе. Бросок по пустым воротам. И это гол. 4-1. Овертайма сегодня совершенно точно не будет. Да, так и есть. Летит, летит, летит эта шайба. Потом опускается на руку. Прямо по центру закатывается в пустые. Егор Мартынов, второе очко в этой встрече. Пристреливался, помните, в прошлый раз тоже бросал, полыгал, перехватил эту шайбу.